Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, также Юрка и Димка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва копов против воров». Здорово всем! Здоровки, народ! Итак, ребята, сегодня я буду в роли воришки, а Димка с Юркой в роли копов. Цель у меня сегодня очень простая. Сегодня я должен буду угнать как можно больше машин, ну, минимум 3, получается, за 15 минут. А копы должны либо не дать мне этого сделать, либо найти, куда эти машины привожу. Все очень просто, поэтому, ребята, погнали готовиться. Итак, ребята, сегодня я буду использовать тактику под названием боты. Сегодня я буду запускать ботов на район, чтобы они угоняли тачки прямо из-под носов у копов и отвлекали их внимание. А уже когда копы пойдут за ними, я спокойненько заберу тачку с парковки. Все очень просто, эта тактика работала раньше, поэтому надеюсь, что сработает она и сейчас. Ну и в принципе, я думаю, что можно уже начинать. Ну что, ребята, мы начинаем, поехали, друзья. Ну что же, злые копы, как всегда, вышли на охоту за мной. Ну, поэтому мы, не вышли, мы сидим, ждем просто на живца, да? Все. Вы сидите, ждете просто на живца, да? А на какого живца? Смысл? Какого вообще живца? Кто у вас в роли живца? Диман сегодня? Или в роли же живца, или кто? Не, у нас есть секретный агент, о котором ты не знаешь. Секретный агент? Секретный гена. Секретный гена? Крокодил, который? Ген, привет. Может быть. Сейчас такой Гена рвается, ты кого, крокодил у нас? И рассекретили по-быстрому, да, как говорится. Ладненько, пока потихонечку, надеюсь, что выполняем работу. Главное, чтобы все было по кайфу сделано и все получилось как надо. Вот, как у вас дела, расскажите мне, копы. Норм. Норм у вас все? Пока никого нету. Пока никого нету? Хорошо, ну ладно, хорошо. Так, отличненько, короче... А ну-ка, рассказывай. Не знаю, но что-то творит уже по-любому, потому что как-то странно. Думаешь? Идет. Да. А кто задумал, я или кто-то, или Диман? Я, конечно, не задумал. Не знаю. Чего ты не знаешь? Димон, переместись на вторую-ка. На вторую-ка? На вторую-ка? Тук-тук-тук. В смысле? Что? Ага! Понял! Чё там? Одного убрал! Короче, передо мной появился нигер, телепортнулся в тачку. Я такой, чё? Чего? А он один был? Вернись, посмотри. Ты вкус бодрящий. Праздника вкус всегда. Ну стой, минус два колеса сразу. Ты чё творишь-то? Серьёзно? Чё творишь-то, мазафака? Чё творишь? Слышишь ты? Я на шару стрельнул просто. Просто взял, мне два колеса пробил. Ты вообще прям, ну алё, не алё, дядь, ты чё? Ну всё, ладно. Пробил, поймал. Я пока уже бота спалил прям такой, нифига. Ладно, забирай, хорошо, поехали дальше. Не знаю. Короче, тем временем, ребята, прошло, получается, у нас уже 2.24. 4, короче, если быть точно, 2.30 уже, и прям что-то вы, конечно, лютуете сегодня, копы. Копы сегодня прям таки лютуют, поэтому... Я увидел чувака, который сел в машину, сразу его расхерачил, все просто. Ну да, понимаю. Чё думать-то? Стреляй! Действительно. Минус два колеса. Видишь, как говорится, чувака, который садится в машину, стреляй. Где зарплата? Джонни? Джонни, давай зарплату мою. Какой еще Джонни? Какой у вас там Джонни еще? Ты что, охренел, что ли? Какой у вас там еще Джонни? Меня тут бот таранил, прикинь. Тебя бот таранил? Ну правильно делал так-то на самом деле. Ну он за это поплатился. Ну ладно. Так, ладненько, сейчас будем думать, что делать. Так, ладно. Подошел сюда иди. Мне нравится твоя кепка. На стоянке был какой-то чувак, я уже просто... Просто попал. Вижу подозрительную хрень, убиваю. Всех, да, расстреливаешь сразу? Вообще сразу, ну. Вижу чела, так. Стреляя в чела, как говорится, понятно. О, я вызвал скорую. У нас будет подкрепление, Юрец. Бэт подкрепление? Да. Так, угнал что-то. Угнал Бентли. А, это я откуда знаю кто. А куда уехал? Короче, максимально подозрительно. Съезди на третью, на всякий случай. Просто съезди. Не веселье, вкус бодрящий. Праздника вкус всегда настоящий. Как у вас дела, ребят, а сколько там тачек мне вообще? Было? Подожди, слышь? Сколько там тачек не было? Не знаю. Юрий, сколько было? На третьей было? Осталось 4. Две. Вот это поворот! А, сука, бомбу запустил!
Я не знаю, где он. Не-не-не, я, может, найду ее. Или его. Я, короче... Ну да, я его жестко потерял. Не знаю, где он находится. А что с ботами? Так, ладно, на самом деле, не знаю, получилось ли сделать то, что я планировал или нет. Это мы проверим потом. Вот, но надеюсь, что все сработало как надо. Ну что же, прошло 5 минут, и надеюсь, что тактика моя сработала. И мы выполняем тактику мою дальше. Дальше мы пытаемся работать. Короче, ну, не а знаю, получится или нет. Тачку? Вот что вопрос, потому что, ну, камон. Да я не знаю, но... РС-ку угнал. Хорошо получилось. Не знаю, короче, что там у нас пока получается, но если получается грамотно и красиво, опять? Будет хорошо. Прошло у нас временем уже 6.15. Прошло 6.15, и я вот думаю. Так, стоп, он может но ничего пока не придумаю. Поэтому... Бесконечность не предел, как говорится. Смотри за всем. Бесконечность не предел. Да, поэтому... Поэтому сейчас мы посмотрим. Слышу выстрелы какие-то прям лютые. Surprise, прям все что-то стреляются, непонятно в кого и кто в кого. Непонятно, понимаю, кто в кого стреляет. Здорово. Так. Одного поймал. Ладно. Смотри в оба, опять боты работают. Ладно. Кого-то сбили. Так, ладно. Тут никого нету. Ладно, смотрите. Я этим нигерам больше не доверяю. Никому. Вообще никому не доверяешь? А зря. Уже двое пытались подать. Ладно, значит, если я не ошибаюсь. Что-то не ошибаюсь. Я не понимаю, что происходит. Короче, ладно, сейчас. Да я слежу, да. Сейчас будем работать. Тут точно никто не угонит. Думаешь? Ну, я... Опа, а что взорвалось? Что взорвалось? А что взорвалось? Не у меня. И не у меня. Так, прошло 7.33 уже тем временем у нас. Пока не знаю, пока подозрительно. Так, второй, все спокойно. Ням-н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 ям-
ням-ням, говорит. О, я овощ угнал, я овощ угнал-то, ё-моё. Срочно проверяй мою парковку, возможно, он запустил. О, овощ, ё-пар-эс-а-тэ, вот это овощ, это я понимаю. Самое главное, это овощ запустил в этот момент, чтобы ты понимал. А, блин, короче, а что делать-то, я на этом не уеду от тебя. Да ты и не уедешь от меня, это логично. Так. Просто, не, она прям вообще ужасная тачка. Он время тянет, Юра, он время тянет. Понимаешь, время ладно. Не забудь подписаться на канал, а также поставить колокольчик, чтобы не пропускать новенькие видосы. Каждый день на канале выходят два новых видео. Приятного просмотра. Как говорится, а могу и все, и трандарики тогда, что будешь делать, если все, угоню. Разложился, видел, разложился. Ты такой быстрый. Я шустрый, да, резкий малый. Так, давай-ка мы сейчас сюда отпрыгнем. Так, давай, поехали, давай. Опа, прыжочек хорошенький. Опля. Мне кажется, или я на байке лучше приземляюсь, чем ты на тачке. Ладно, короче, все, забрали эту машину. Все, ладно, на ней ехать нереально. Поэтому прошло 9 минут, ребята, и готовимся уже к следующему раунду. На самом деле, вроде как, дело-то уже почти в кармане. Вот, осталось только дело за малым. Поэтому сейчас мы доделаем то, что я не успел еще доделать. Вот. Ибо все-таки боты-то сработали, но может пока не все, но большинство сработало, поэтому сейчас доделаем дело и будем гулять смело. А, я понял, что он готовит, он с каждым разом походу запускает или готовит ботов, а потом бах-бах-бах, как форсажи, тух-тух-тух-тух и все уехали. Бах-бах, тух-тух, да, я так и готовлю, братан. У меня все, бах-бах, тух-тух, и все, как бы, все опасненько, хорошо. Ладненько, на самом деле, не знаю, как сделать сейчас все грамотно. Вопрос, не спалили ли вы меня где-то что-то? Вот в чем вопрос. А где он вообще может быть в данный момент? Мне интересно. Вот, но если все сработало... Знаешь, что он делает, походу? Он, короче, бот же угнал тачку, он либо сейчас будет угонять тачку, возможно, либо ботов запускать, либо за той тачкой поедет. Он хитрюга, потому что-то еще. Я не знаю, но я подозреваю, что именно так. Ничего подозрительного у меня нет, у меня все хорошо. Тебе ничего подозрительного? Ну хорошо. Прошло уже 10-20 тем временем по таймеру. Что-то он слишком, знаешь, живчиком слишком как-то этот.
Слишком живчиком? Так, ладно. Ну, у меня все тихо, хорошо. Все спокойно. В Багдаде все спокойно. Сейчас. Сейчас будем думать, что делать дальше. Так, ладненько, тогда в таком случае, если все сработало, как я думаю, на это очень надеюсь, то сейчас будем просто делать все красиво. Только осталось мне вот это сейчас все убрать, чтобы это все ничего не мешало нам. И едем сейчас высматривать жертву очередную. Едем высматривать жертву. Мне, короче, подстраховка нужна на всякий случай, я чувствую, но ты не уезжаешь. Едем высматривать жертву. Едем высматривать жертву. Так, прошло уже 11 минут уже, поэтому на самом деле осталось всего 4 минуты, и поэтому нужно сделать все очень четко. А время какой-то на ошибки как бы у меня нет. Он либо заговаривает, я вообще не представляю, что он делает. Я тоже. Может не понимаю, быть и заговариваю. Такой. Может быть и заговариваю, кто ж знает. Кто ж знает, а вас? И меня тоже, в том числе, на самом деле. Блин, вот из этих машин так. Уже столько людей полегло. Понимаю, понимаю. Ну что же, тогда поехали делать сейчас вот таким вот образом. Я все взбесились. В смысле? Кто? Все это кто? Ёпар СТ! Алло, заводи, поехали! В смысле? Понимаю. Понимаю. Я упустил, он сейчас уедет. В смысле, куда? Понимаю. Езжай за ним, быстрее. Понимаю. У меня минус два колеса, если что. Я залпом ему бахнул, но куда он поехал, я не заметил. Минус два колеса у меня, это плохо. Он забрал эту тачку, похер. Серьезно, так легко? Чтобы не забрали остальные. Покатайся, короче, по району посмотри. Стыц. Давай, я, короче, за твоей стоянкой тоже посмотрю. Я у своей стоянки. Смотри за своими. Телевизор. 30. Очень, ребята, волнительный момент, потому что осталось у меня еще 2 минуты. У меня нету двух колес. Одного нет колеса, ладно, ошибся. Но. Одного колеса нет? Одного колеса. Да, Диман мне пробил одно колесо. Поэтому. Поэтому нужно очень сейчас как-то стараться что-то делать. Я не знаю. Ребят, если... на самом деле, вы понимаете, насколько это волнительно. По идее, он. Если у него есть одна тачка, и это он пройдет, будет две тачки. Он справился с задачей. Но он очень быстро уехал, я не успел. Понимаю. Ну, это да, наверное. Я так, тут... как у вас дела, ребята, скажите? Ну, я стою на стрёме. А я стою. А ты стоишь, а он стоит, а мы стоим. Так, ну что ж, на самом деле, время-то как бы у нас потихонечку заканчивается. И сейчас будем... Пытаться выполнять план. Так. Так, ну у меня есть... Как у вас, ребята, вообще? Да хреново, 4 машины слишком много на одну парковку, вот что я понял. Ну да, 4 машины много на самом деле, то я согласен. Так, как у вас, копы, вообще настроение? Я просто на самом деле, я уверен, что вы что-то знаете по-любому. Хоть что-то вы знаете, потому что слишком уж вы не расстроены. Ты себя слишком вы слишком не расстроены. А что делать, если ты удрал пару раз? Плюс боты тачку удрали, хер знает куда, поэтому тут как бы. Не разгуляешься ну, тут... особо. Ну, возможно, да. Возможно, нет, поэтому. Так, ладно. Блин, осталось только надеяться на одну очень важную вещь. Какую вещь? Не знаю, что. Осталось только надеяться. Я знаю, что меня заправится, но чувствую. Слишком много колесит тут. По району. Так, ну-ка, что-то я не понял. Что-то не понял. Кажется, часть плана моего не сработала. Ну ладно. Ладно, не страшно, если что. Не страшно, короче, ладно. Все, у меня сейчас буквально полминутки, поэтому сейчас будем доделывать мой план. Блин, обидно, если бы реально получилось, что что-то пошло не так. Что происходит? Я до сих пор не понимаю, вот Юрец, что происходит. Юрец по-любому знает что-то. И Диман подозрительно молчит. Я просто под напряжением. Лучше под напряжением? Да. Так ты вытащи вилку из себя. Так, сейчас мы... Тоже как вариант. Так, но во всяком случае пока непонятно. Осталось, короче, 10 секунд, поэтому... Я сижу в машине, и в целом мне осталось только довести машину до базы. Мы сидим в машине. Не знаю. Я не понимаю, что происходит, у меня потому что все ок. У меня все под контролем из того, что стоит.
У тебя все ок? У меня все ок. Ладненько. Ничего подозрительного не вижу. Ладненько. Значит, кажется, меня спалили. Если все ок у юрца. Ну, в смысле, на парковках все. Значит. Ок. Одну значит, я заминировал, вторую меня проверяю, поэтому спалили. Как бы у меня все хорошо. Короче, в принципе, я готов, я закончил. Копы, знаете, где моя стенка или нет? Серьезно? Серьезно? Да. Короче, это последний я ждал, когда вот этот чувак побежит. Прыгните на меня сначала. Ну, давай. Я короче, давай, его сразу давай, спалил. Давай. Я все ждал, ждал, когда. О! Блин, да, он. Видимо, я отъехал, поэтому он залагал. Ё-моё, реально. Я все это время ждал, когда он сядет в машину, чтобы поехать за ним. Одну парковку, короче, вторую я заминировал. А, ну все, он сейчас сядет, поэтому подожди, сейчас можно следить. А он приедет в другое место, я вам скажу. Не, я ничего не буду трогать. Короче, я знаю только одну парковку. Если машина не перегнала все это время, пока он слова этот заговаривал. Так, давайте проверим. Ну, давай. Давай. На самом деле, этот Бентли была очень медленная. И что это? Да, да, все правильно, да, здесь да, все три. Три тачки. Почему? Я хочу Бентли, в самом начале Бентли спалил, пока я ехал, Димон сказал, что у меня РС-ку угнали. Но Бентли слишком медленно ехал, да. Я за ней без проблем. Блин, принципе, проехал. Короче, боты возили машину, разумеется, на другое место абсолютно, то есть то место, где, я думаю, что даже если бы ты выехали сейчас за этой машиной, то она приехала бы в другое место, и все, то есть. А я вот ждал до последнего, я просто его заметил, он сначала бежал, короче, да. Рука вкопанный встал, я такой, что думаю? А я его и запустил, блин, видимо, потому что я отъехал далеко, он и залагал и решил никуда не ехать. А, ты, блин, значит, обидника. Про это, наверное, и говорил. Я за последнего ждал, сидел, думал, ты вернешься за ним, как ты его направишь, но нет. Эх, обидненько, да. Ладненько. Я сидел на своей парковке и ждал, и в итоге только один раз ты ко мне пришел. Ну, у меня весь движ был, да. Два раза, почему? Два раза я был у тебя. Но зато при этом снятие ролики пострадало очень много людей, это я точно могу сказать. Да, очень многих ты перестрелял, да. Ребятки, ставьте лайки, такой прикольненький видосик. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Пока, ребятушки.